Я думаю, все помнят, что произошло в прошлой серии. Этот нуб оказался непробиваемый. Это не просто нуб, это какой-то серьезный молодой человек, понимаете? Приветус, это я, Владус Мармеладус. Короче, ребята, сегодня, на сегодняшнюю серию, я разработал новый план, как можно испепелить, уничтожить просто этого нуба. Как вы помните, дом мой просто взорвался. Очень сильно взорвался, и он прям весь пострадал. Я его залатал как мог просто, но последствия от взрыва просто колоссальные, вы понимаете? Давайте мы в него зайдем, и вы только гляньте. Все взорвалось здесь, все поломалось, кроме моей полки с моим телевизором и трофеем. Даже диван взорвался. Мне пришлось сделать вот такое вот на коленке, понимаете, каркас из досок, и все. Короче, это жесть, просто жесть. Но самое интересное, что... проход мой секретный не тронут. Мой секретный бункер в целости и сохранности. И я сделал его основание из бедрока, чтобы мало ли что еще раз такое произойдет, он точно был в сохранности. Ребята, поставьте лайк на эту серию, если ждали. Ставим, короче, как можно больше лайков. И давайте-ка постарайтесь как можно быстрее его поставить, потому что сейчас будет эпик экшен. Короче, я просто подготовил новый план, так сказать. Ну, об этом я уже вам говорил, а вот какой план, я вам еще не сказал. А сейчас слушайте внимательно. Короче, кстати, да, ребята, не забудьте еще подписаться на мой канал, потому что многие просто-напросто забывают это сделать. Прямо сейчас нажмите на кнопку подписаться. Давайте я вас подожду, и потом мы приступим к плану. Давайте. Раз, два, три, все. Я думаю, вам 3 секунд было достаточно. Короче, план у меня таков. Мы берем, вооружаемся и идем на разведочку. Вот прям чуть-чуть, одним глазиком буквально. А потом берем, вооружаемся нормально и приступаем к действиям. Тихо. Он что? Ой, он меня заметил. Не надо, да я вообще, слушай, я воевать с тобой не хочу. На самом деле хочу, еще как хочу. Сегодня его острову просто не поздоровится, понимаете? Дом у меня этот взорван, мне пришлось ночь ночевать в палаточке. В общем, сидел я здесь, жил я тут. В общем, все нормально. Но в бункер я пока спускаться не буду. Мало ли он спалит, он не должен спалить мой секретный бункер. Поэтому я часть вещей приберег здесь. Короче, берем пистик, берем буквально 2 обоймы, перезаряжаемся и вперед. Мы разведаем, что там, как обстановочка, в общем. А потом, ребята, я вам покажу просто серьезный план действий. Кстати, я сделал здесь сигнализацию, в общем, мало ли что, чтобы он ночью ко мне не пробрался. О, если он проберется, все запищит, заорет. Так, короче, давайте посмотрим, где можно подобраться и как. А он что? Он обрубил, что ли, ход? Да что ж ты будешь делать? И как теперь пробираться? Ладно, у меня все так-то по плану. О! Кто тут пришел? Это я пришел! Я тебе сейчас как на, получай! Нет, ты что, захотел меня убить, что ли? Я вот снизу к тебе сбросил. Так, аккуратно! Я тебя сейчас застрелю! Черт возьми! Да попробуй, застрели меня, давай! Ребята, пожалуйста, не забывайте, что это всего лишь сериал. Я и Савчик, ну просто играем роли. Это все несерьезно. Не надо, пожалуйста, писать, что Савчик какой-то плохой. Нет, никто никому зла не желает. Пожалуйста, запомните это, ребята. И больше так, пожалуйста, не делайте, потому что меня сильно огорчило, что вы писали Савчику в комментариях. Не надо, лучше зайдите на его видос потом тоже и поставьте ему лайк, и напишите какой-нибудь хороший коммент. Ну все, приятного просмотра. В общем, ребята, это было предсказуемо. Я так и знал, что, скорее всего, он на страже, и он меня просто завалит. И очень легко. Но я все подготовил. Короче, идем во второй мой домик. Супер секретный. Пароль вводим, значит, заходим, залетаем, можно сказать. Тортик. Вот весь мой план. Взрывной тортик. А если быть точнее, короче, ребята, вы все увидите. Берем тортик, берем молоко, берем что-нибудь покушать, потому что это обязательно, мало ли проголодаюсь, будет прям фигово. И вот оно, просто собираем вещи. Это все, скорее всего, нам понадобится. Ну ладно, не все. Ой, далеко не все. Лучше прям все-все-все собирать не будем, чтобы это все не потерять. Так, забираем, в общем. Короче, я кое-что придумал. У меня где-то были еще зельки. А, точно, здесь огонь, это невидимость. Так, какую там... А, давайте исцеление возьмем и невидимость. Да, ребята, это гениально. Вы сейчас увидите, что я придумал максимально четкий план. Я понял, что не вариант идти здесь. Ну, просто не вариант, так как...
Тихо. А, нет, показалось, я думал, он сюда идет. Думал, все, надо пушку доставать какую-нибудь. А, правильно, пушку надо с собой взять. А мы возьмем просто мощнейшую, мощнейшее оружие. Давайте перезарядимся, проверим, что, как оно стреляет, нормально, нет. Давайте прям по цели бахнем. Бам! Просто огонь! Супер! Все, сигнализация работает, все хорошо, в принципе, можно выдвигаться, но только аккуратненько. Блин, ребята, я просто гениальный план придумал. Так, где у меня выход? Я опять все забыл. Что ж ты будешь делать? Своя ж база. Ну ладно, просто я не часто ими пользуюсь. Так, закрываем и проходим. Отлично! Я надеюсь, что 8 минут мне хватит. Так, главное все в голове у себя держать, понимаете? Так, мне скорее всего понадобится только лопата и кирка. Все, огонь, ребята. Встаем здесь и бафаем зельку невидимости. Все, я готов, погнали, поползли на невидимых блоках, ребята, это гениально. Главное запомнить, где эта дорожка, чтобы ею, если что, потом пользоваться. Ребята, я уже практически у своей цели. Вы только гляньте, насколько я близко. А ведь он меня вообще не видит, ни по камерам, ни так вживую. Это вообще просто невероятно. Давайте просто подбираемся к нему потихонечку. Сейчас будет просто эпик. Я такую ловушку ему придумал. Ой, просто мама не горюй, как говорится. Так, я все взял, все же круто, все четко. Да, аккуратненько проходим здесь. Главное не наступать на мины, а то будет ай-яй-яй. Просто очень и очень больно. И я бы сказал взрывно. Так, давайте аккуратненько ставим здесь блоки, поднимаемся. Так, на шипы мы тоже не натыкаемся. Аккуратненько перескакиваем это все дело, и все, отлично, ребята, я на его базе, просто гениально, я гений, вы понимаете, все, отлично. Так, а где он? Он что, куда он исчез? Хм. Может быть, у него тоже есть какие-то здесь секретные подвалы, но, к сожалению, я прохода в них не знаю. Жаль, а вот посидеть бы и посмотреть, подождать, откуда вылезет, там и проход. Но у меня остается 4 минуты 30 секунд на невидимку, так что, ребята, смотрите, какой рой я просто здесь уже выкопал. Это будет бомба. Я должен по максимуму заложить здесь динамита, просто огроменное количество. Но для начала сделаем, ребят, саму ловушку, поэтому смотрите, что мы делаем. Мы ставим два блока здесь и ставим тортик. Ставим его вот сюда и делаем вот что. Па-памс, это секретная нажимная плита. Вы понимаете, к чему я веду? Вы понимаете, насколько все серьезно? И настоящий торт ломаем. Этот торт нельзя есть, но если на него наступить, активируется просто дикий редстоун. Понимаете, в чем суть? А давайте сделаем вот как. Оп-оп-оп. Все, ребята, это максимально беспалево. Все ломаем, все аккуратненько. И под этим редстоуном уже можно разложить просто кучу динамита. Но сделать главное это аккуратно, потому что если все взорвется раньше времени, будет не так эффектно. Я бы мог это сделать, потому что план сработал, все круто, но, понимаете, этот нуб не настолько бессмертный, как он себя представляет. И он не настолько непробиваемый. Все, я пробью. Ребята, я же все-таки про, ну вы понимаете. Все, копаем второй слой. У меня остается 2 минуты, давайте, мне нужно успеть. Срочно, срочно, давайте, раскапываем здесь все по максимуму. Если чуть-чуть не успею, пофигу. Главное заложить, так скажем, основу. Мне кажется, что я не успею сбежать с базы. Поэтому мне придется сидеть здесь и ждать нуба. Ну ладно, я думаю, что спрячусь куда-нибудь. Либо встану на главный ход. А, у него тут лазеры. А, черт, не получится. Я спалюсь, короче. Ну ладно, я что-нибудь придумаю. Но сначала, конечно же, мне нужно заложить всю тинтишку. Быстрее, быстрее, быстрее. Все, закладываем аккуратненько. Главное самому не наступить на тортик, а то будет как-то нелепо. Но взорвать я все взорву, конечно же. Так что план у меня сработает прям 200%, понимаете, ребята? Все, суперски, давайте, раз, последние остались. У меня минута 13 остается, быстрее, 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 все, готово. Теперь землю расставляем, только чуть-чуть, я боюсь спалиться, что она не успеет зарасти, и все. Но я не знаю, где находится нуб, может придется его ждать просто целую вечность. Так что быстрее, 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 и земля успеет зарасти. Давайте, чуть-чуть остается, ребята, я должен успеть, все будет хорошо. База точно взорвется, а туда бы еще провести. Но здесь какой-то обсидиан, и его очень долго копать, 36 секунд, давайте, 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 ребята, успеем. Так, 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 земли у меня достаточно, ну, понятное дело, потому что у меня ровно столько, сколько я ее вскопал. Все, 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 успеваем, ребята, хорошо, отлично. А давайте сядем прямо у него в базе. А, нет, давайте сядем вот здесь, я здесь такой, типа, сижу. А, что-то нельзя сесть, ну ладно, будем тогда стоять. Ну а что, ой, я что, стал видимым? Черт. Ну все, ждем нуба. А может бахнуть в пороховницу, как все взлетит. Отлично. На воздух. Ой-ой-ой-ой. Привет. Ой.
Привет, а ты чё здесь делаешь? А ты чё? А, это ж твоя база, стой, ну, а ты чё, в свою сигналку что ли попался? Да как бы я, как бы, знаешь, тут ни от кого не прячусь. Слушай, как бы, вот слушай, такое, да? Такое дело, я, в общем, что ты делаешь? Подожди, стой, оп, да послушай меня, я пришел. Я тебе сейчас колено прострелю! Ой, прости, вырвалось. Кто сказал? Тихо. Я хотел сказать, что я пришел с примирением. Вот тортик, это тебе. О, в натуре это было мне тортик. Ну просто попробуй его. Вот буквально чуть-чуть покушай. А что он не кусается, не ест вообще? Да как не ест? Сейчас я его утрамбую и будет хорошо все. Давай, утрамбуй, молодец. Давай. А это что, настоящий торт? Ну да, это... видимо настоящий, видишь, я его что-то, почему-то только съесть не могу, странно. А, да, странно, ну и слушай, я съел, в общем, очень вкусно было. Это какой-то странный подарок у тебя, я это вообще не понял, Да, согласен, пойдем, может, ко мне на базу, слушай, прогуляемся, я тебе там какой-нибудь подарок приготовлю, слушай, пойдем, у нас чисто... кстати, я тебе тоже подарок там приготовил, хоть покажу? Так, в смысле, где? У тебя на базе. Серьезно? Как ты попал на мою базу? Ну-ка расскажи-ка. Ну ты думаешь, я простой, ну бат, я вообще-то генерал, ну, каких войск, опа, видел, да? Ну ладно, может быть, слушай, не хочу я в сигналку твою попадаться, в общем, пойду по умному пути. Оп, ну давай, умница, разумница, я-то уже прибегал. Ну я говорю, это обычный нуб, я его сейчас завалю. Давай, ну погнали с тобой быстрее, что там за подарок? Оп, Жесть, но я его опережу, посмотрю, что там такое было-то, а? Мне очень прям интересно. Так, ага, вот так он, значит, пробрался, я вижу его следы. Угу. А, он просто сделал лесенку. Жесть, просто жесть. Ладно, я что-нибудь с этим придумаю в следующий раз. Ну хорошо, я расставлю сигналку везде. Ну а сейчас я должен осмотреть здесь абсолютно все. Давайте сначала проверим это до... Ты что здесь делаешь нафиг? Так ты вот, смотри, я тебе автомат Кока-Колы поставил! Ты же сдох там, только что бежали, ты там упал вниз, там так сидел. Так я знаю, я в 10 раз раздал. Ладно, ну я давай, рассказывай, чё, что это за автомат нафиг? Ну это автомат с Кока-Колой. Зачем он мне нужен? Ну чтоб ты Кока-Колы пил там, нафиг, меня. А, это твой сюрприз, вкусно, ну ладно, спасибо, давай я сейчас тогда налью себе немножко Давай, наливай! Что зашипело, ты чё, динамит?